Всех приветствую, всем доброго утра. Анжелика, скажи мне, пожалуйста, посвяти сегодняшнюю тему. У нас сегодня завтрак, у нас раз в две недели проходит завтрак, только для того, чтобы мы потихонечку привыкали к новой форме питания и, соответственно, пробовали все предложенные варианты, что это вкусно, что это полезно, что это энергоемко. И, соответственно, очень важно осознавать процесс, осознавать и через состояние сознания, и, соответственно, через состояние питания, приучать свой организм к физически, к этому функциональному питанию. Всех вас приветствую. Надеюсь, видно, слышно меня, что-то со связью очень странно сегодня. Но хотелось бы, Анжели, посвяти, пожалуйста, в тему, какая сегодня тема, что мы сегодня обсуждаем и к чему мы приходим вообще на сегодня во времени. Сегодня у нас тема нашего эфира – это детокс-напитки. Как раз-таки у нас собраны несколько очень активизирующих напитков для того, чтобы мы лимфоток и кровоток свой разгоняли. Сейчас жаркий период летний скоро у нас ждет, поэтому детокс-напитки. Да, отличная тема. На самом деле, летом не так уж и особо должно вам хотеться кушать, в общем-то, как любому человеку, жара, и, в общем-то, и зачем. Поэтому будем изучать эту тему для того, чтобы максимально помочь своему организму быть в энергии, в ресурсе и в здоровье. Лихмита Масантимина Мошижукурбо, Шижукурбот. Я вас вновь приветствую, Бихина Масантамашка. Это действительно функционал системы питья, Бихина Масантамашка, Шижукурбот и питание – это основа, потому как Бихина Масхарбада. В этом абсолютно заложены все возможности вашего существования. Бихина Масхарбада. И какую вы среду создаете в своем храме, в своем теле, Бихина Масхарбада. Настолько эта среда работает на вас. Лихмида Масантумушкода. Поэтому очень важно проявлять все знания и, соответственно, активировать эту работу Бихина Курмошрубот, Хурмошрубота. И каждый предложенный вариант, естественно, будет давать свои настройки, свои формы, системы активности работы на клеточном уровне, на интоксикации, на деток, Бихина Курмошрукурбот и прочих форм для того, чтобы благоприятно активировать все физические работы. Лихмиду Масантимину Машукода. И приступим с вами для индекса работ Митвашурба, чтобы ваше сознание понимали, осознавали, принимали, соответственно, сотворяли. Бихина Курмошрукода. Очень важно, чтобы индексировать все формы основы и, соответственно, запустить этот механизм. Лихмиду Машукода. Прежде чем мы с вами приступим, я вам дам временной код для того, чтобы осознание принимали, соответственно, ту информацию, которую вы индексируете, Бихмиду Курмошрукурбот, о своих телах, усиленно включали в качественные физические формы. Лихмиду Масантимиджу Машкурбата 216, Митужу Грубошкурбота 272, Бихина Камашкана 218. Код вносителей задачи. А задача это выстроить функционал в своем организме Бихина Курмошкона, который приносит здоровье и организует энергетическую, физическую, качественную настройку. Лихмиду Машкаля, итак, ваши вопросы, Бихина Курмошкурбот, с удовольствием отвечу, соответственно, Лихмиду Масантамашкада. Это будет ресурсом вам на созидание, соответственно, этот опыт особо пригодится каждому. Здесь у нас это детокс-напиток из клубники, грейпфрута и кинзы. И, собственно, у нас наши участники попросили запросить код, знаете, который от пестицидов, потому что клубнику, которую мы сейчас покупаем, либо еще что-то, может быть наполнено пестицидами. Вот как? Нам же хочется витаминов взять. Я абсолютно соглашусь, Митужур Бочербота, хотя ваша матрица системы основы уже выводит показатели без химических обработок, и есть такие фундаментальные коды Бихин Масантамашкад, но в массовости Бихин Масхарбот химические формы, они присутствуют в основе. Для того, чтобы Бихин Курмошукод не просто Гигмита Масантамашкарбот обрабатывать, а код на воду, я вам выдам сейчас буквально Бихина Масхарбата, но вам нужно понимать, что прежде чем активировать эти возможные формы Бихина Масхарбата, организм, чтобы не принимал, в монаде должен быть содержание определенный код Бихина Масхарбата, то есть физически, несмотря на то, что вы индексируете в своей форме Бихина Масхарбата, в монаде должен быть присутствовать код защиты. Рихмиду Масхарбата, Курбот. Поэтому на физическую оболочку переводим Бихина Масхарбата, Курбот. Это защитный функциональный код от Мат-Машербата организма при состоянии химических составов. Они тоже бывают разные, это фундаментальные Бихина Масантамашкарбата, дабы не принимать это содержание. Скажите, пожалуйста, насколько энергоресурсный этот напиток, клубника, грейпфрут и кинза?
Линда Митомасен тоже жукор и митомаш рыбат. Казалось бы, несочетаемые вкусовые формы, а нет. Митомасен тамаш и жукор босен тамаш рыбат. Это действительно фундаментально работает на состояние кишечника. Бихинов жукор – это программа системы кодов, бихинов срубуш кода. Это дает возможность очистить притом кишечник, все ворсинки, которые находятся в системе слизистой оболочки. Бихинов тамаш рыбат достаточно активно выстраивает очистку пищевода, бихинов жукор бота желудочно-кишечного тракта, запускает активно функциональную работу. Лихмитомасентомашками при этом еще клетку индексируют на функциональное, максимальное качественное энергосодержание. Бихинмасентожкод за счет очищения, соответственно, дает возможность энергии более интенсивно, качественно, физически прорабатывать основу. Лихмитомасентомашработа, мало того, что бихинмасентомашработа, вообще система клубники, земляники, бихинмасентомашкана активно работает с кровоснабжением. Бихинмасентомашкана усиливает энергосодержание, усиливает скорость, митомасентомашкарбат очень активно выводит токсичные формы содержание бихинмашкарбат, особенно у кого тромбоз, у кого состояние некрепких сосудов, михинмасентомашкарбат, это напиток однозначно ваш. Лихмитомасентомашкарбат снимает отечность за счет выхода токсичных форм бихинмасентомашкарбат. Этот напиток можно применять ежедневно. Также можно вместо зелени добавить митомашкарбат активный базилик синий, он очень хорошо будет работать. Митомашкарбат крапивный лист бихинмасентомашкарбат, он еще более интенсивно будет содержание. Лихмитомасентомашкарбат можно можно интенсивно, есть такая трава тархун, он тоже помогает интенсивно вывести некачественные формы. Лихмитомасентомашкарбат, поэтому используйте ежедневно, применяйте бихинокурмошкарбат, особенно в летний период, особенно в жару, когда токсичная форма работает более емко, и при температурном режиме тела на более высоких формах бихинокурмошкарбата система организма требует более интенсивной подачи, поэтому больше пейте вообще воды, талой воды, бихинокурмошкарбат. Работы. Такие формы программ, которые сегодня предложены лихмитомасентомашкарбат, потому что в состоянии температурного режима повышенных показателей система токсичности возрастает. То есть грибок очень любит эту температуру теплую, лихмитомасентомашкарбат, он не созревает и активирует свои формы существования. Лихмитомасентомашкарбат, отсюда могут быть раздутые тела, бихинмасентомашкарбат, отсюда лимфоактив некачественной формы, поэтому такие напитки в самый раз для того, чтобы бихинокурмошкарбат максимально качественно очищайте кожу, потому что через пор очень интенсивно работает токсичность митомашкарбата. Отсюда прыщи, отсюда негодование, отсюда загрязненная среда системы пор. Лихмитомасентомашкарбат и закисление, естественно, не дают качественной кожи. Лихмитомасентомашкарбат. Этот напиток поможет вывести, в том числе через поры, через пищевые системы бихинмашкарбат, жукурбошкарбат. Выводит также соли очень хорошо через состояние своих форм бихинмасентомашкарбат. Потому что формула ДНК растения само по себе вообще очень активно несет бихинмашкарбат по содержанию, я говорю сейчас о зелени, то, что активно включает клетку именно в очищении. Бихинмасентомашкарбат, жукурбоши, жукурботы. Если вы еще добавите в этот напиток бихинмашкарбата гвоздики, 3-5 плодов на литр воды, бихинмашкарбат просто в состав холодной воды, лихмитомасентомашкарбата, также можно минеральную воду вместо обычной сюда запустить, чтобы это была более интенсивная работа. Бихинмасентомашкарбат, это принесет более интенсивные, более энергоактивные формы. А если минеральная вода, то сколько раз в неделю можно пить такой... Антит уже ход митомасентомашкарбат. Вы можете чередовать день воду обычную в составе бихмашкана либо талую, бихинокурбат, и день минеральную запускать в основе. Хамиля, подскажите, пожалуйста, для активизации желудочно-кишечного тракта самый лучший пробиотик, квашеная капуста, мы чем-то можем заменить или только квашеная капуста самая лучшая? Линда Мишебота, на сегодня это самая лучшая формула работы бихинмасентимидомаши жукурбошкода, все остальное дополнение, бихинмасентимашербат. Если вы даже 2 столовых ложки на ночь принимаете бихинмасентимашербот, вы организуете себе шикарнейшую флору бихинмашербата, хурбошербота, которая дает возможность вам качественно существовать физически, эмоционально. Бихинмасентимашербат, это несложная составляющая бихинмашкарбата, лучше ничего нет такого пробиотика бихинмасентомашкарбата, поэтому содержание обязательно введите, приучайте свою флору, приучайте свою бихинмашкарбошкарбатную систему качественно и благодатно работать. Но в лучшем виде бихинмашкарбатшкана пока ДНК системы растений бихинмашкарбата на определенной вибрации не работают настолько емко, как именно квашеная капуста. Скажите,
пожалуйста, перед сном за 3 часа или перед сном именно перед сном? Линдон Мосин, ты можешь шургор, босин, ты можешь кладать 2-3 часа перед сном, бихина, ты можешь шургор, босин, шургор, босин. Единственное, даже дети можете давать основу работы бихина, масар, машкад. Это абсолютно у детей функционально выстраивает качественный ресурс. Бихина, масар, ты можешь шургор, босин, шургор. Единственное, что после поглощения бихина, масар, машкад не принимайте никаких функционалов, ни питания, ни воды. Бихина, масар, то есть нужно сразу идти в сон, чтобы правильно сработал ингредиент и, соответственно, запустился процесс. Какого возраста деткам Линда, можно давать? Больше работах масштабно. С 2 лет вы можете смело давать и бихина масштабно масштабно. Вы даже можете по капелькам уже давать, когда питание функционально включено. Благодарю. Следующий у нас рецепт будет на основе листа алоэ. И здесь у нас лимон, апельсин, алоэ и мята. Дело в том, что здесь мята, которая уже сушеная, поэтому выглядит немножко печально. Вообще продукт ДНК растения алоэ, бихина масэнта машрбат, уникальный продукт сам по себе. Во всех проявлениях бихина масэнта машрбат, его можно в чистом составе употреблять. Лихмита масэнта машрбат, это будет самая лучшая формула системы активности работы для организма. Бихина масэнта, это активная очищающая система, которая бихина же работает на клеточном уровне, на состоянии кости, бихина масэнта работает на слизистых, очень хорошо работает лихмиду масарбат, и также на очищение органов. Лихмиду масантамашарбат. Одну столовую ложку просто алоэ, бихимашкарбат. Растение называется алоэ вера, бихина масантимина машарбат. Размешивайте в теплом составе воды 50 градусов, бихина масарбат применяете перед питанием минут за 20-30, миду масантамашарбат. И вся слизь, накопленная за ночь, миду масарбат, все грибки, они погибают в этой флоре. Лихмиду масантимашарбат. Что касается напитка, бихина масантимина машарбат. Значит, напиток создан для того, чтобы у кого, например, нефункциональный кишечник, у кого постоянные заторы, запоры, бихина масантамина машарбата и слабый перистальтик. Очень хорошо помогает бихина жирбота от спазматических синдромов, у кого, например, желчь не активна в сонастройке, и, соответственно, есть также опломбы. Лихмита масантамина машарбата. Этот напиток позволяет хорошо прогонять желчь, бихина масантамина жирбота, хорошо очищать кишечную систему, бихина масантамина машарбата. Также позволяет митомасантажукрубошурботы содержать флору, то есть митомасхарбат-харбат-шарбата, флора, которая дает благоприятные исходы лихмитомасантажукрубошурботы, и при этом клетку интенсивно за счет цитрусовых систем бихиномасантажукрубошурбота заводит на программы, которые запоминания в памяти создают свои ресурсы. Лихмитомасантажукрубошурбота. Что касается мяты перечной, бихиномасантажукрубошурбота, вы здесь можете добавлять, либо нет, митомасхарбат добавлять только в том случае, например, если у вас бихиномасантажукрубошурбота слабое переваривание, либо нехватка ферментов. Если у вас все нормально с этой формой бихина масштабата, вы можете использовать просто алоэ вера и цитрусовые формы. Бихина масантимина масштабата, либо просто алоэ будут тоже хороши. Лихмита масантимина масштабата, но при этом лихмита масштабата, этот напиток бодрости, бихина масантимина масштабата, поэтому его только пить в первой половине дня. Лихмита масантимина масштабата, масантимина масштабата, этот напиток очень хорошо работает на почки, бихина масахармашкада, поэтому мочеспускание интенсивное через него активно бихина масантимина машрбот, потому что работает функционально именно на этот орган. Лихмита масантимина машкада. И также напиток позволяет очищать слизистую глаз. Мита масантимина машрбот. Если вы, например, интенсивно будете пить, или, например, где-то активный некачественный воздух, либо ветер, постоянная форма работы, либо засоренность глаз ощущается в ежедневном носителе в пространстве, этот напиток хорошо подойдет для того, чтобы очистить. Лихмита масантимина машрбот жукона. Также сюда можно для более интенсивной формулы добавить бихин масхармашкада, либо кориандр, либо состояние гвоздики. Бихин масхармашкада, плоды гвоздики, они тоже будут хороши в этом опыте. Бихин масхармашкада, харбата. Сочетание это может быть в комплексном подходе, либо просто с алоэ, вера растением ДНК, бихин масхармашкада. Это тоже принесет свои качественные формы. Тут нужно посмотреть индивидуально, и, соответственно, вы можете создать любую формулу бихин масхармашкада питья, и, соответственно, ваш организм обязательно даст ответ, потому что система сама по себе очищающая, вы поймете бихимашукоды, насколько активно мочеспускание, насколько выход солей, может развиться сразу цистит, активная форма работы, потому что активно соли выгружает из почек, митомасантамашарбат. Но здесь нужно проследить свое состояние, соответственно, бихимашарбат. Помним о том, чтобы выровнять состояние клеточных форм бихимашка на 7 дней, нужно индексировать определенную форму содержания. Бихимасантамашка, если вы каждый день, например, применяете этот напиток, он обязательно вам даст ресурс. 7 дней и раз в месяц?
7 дней. Неделю же скоро будет Сантымаш-Карбада. Какая будет периодичность здесь функциональность, смотря какая задача? Бихинама Сантымаш-Карбада. По функциональности я вам сказала, если есть в этом какая-то необходимость и задачность в обменном поле, не просто как формат систем профилактики, Бихинама Сантымаш-Карбада, а именно поработать с организмом максимально возможным, то 7 дней нужно обязательно выводить. Если форма профилактики, то Бихинама Сантымаш-Карбада вы можете периодически вкушать как чай, индексировать эти формы, но я настоятельно рекомендую, например, Бихинама Сантымаш-Карбада на напиток с алоэ вера. Бихинама Сантымаш-Карбада – это прекраснейший напиток, подходит и взрослым, и чадам. Алихмитама Сантымаш-Карбада – это функциональная система очищения организма. Бихинама Сантымаш-Карбада – это работа с основным органом, это кишечник, это ваше настроение, это ваше состояние сознания, это ваше тело. Бихинама Сантымаш-Карбада – ничего проще нету, как взять просто свежевыжатый сок, Митаджу-Карбада, в теплой водичке развести, соответственно, принять эту функциональную работу. Лихмитама Сантымаш-Карбада – очень хорошо ДНК работает с состоянием кислой среды, особенно в жаркий период, в летний период, когда сальные железы работают более интенсивно через температурный режим, Бихинама Сантымаш-Карбада помогает этот напиток функционально вывести все токсины вовремя. Сколько листьев на суточную норму для взрослого и для ребенка? На стакан чайная ложка бихинама сантымаш-карбада дымаскада. Если вы 2 стакана выпьете, будет благодатно. Бихмашкода это на средневесовую форму на 65 килограмм. Хорошо. Так, следующий у нас ананас, апельсин и имбирь. Это система создает максимальный метаболизм в клеточной мембране. Бихинама Сантымаш-Карбада. Сюда еще можно добавить немножко куркумы. Лихмитама Сантымаш-Карбада, Сантымаш-Карбада. Интенсивность этого напитка заключается в энергосодержании. Бихинама Сантымаш-Карбада. То есть клетка освобождается, клетка интенсивно выводит энергию, тело разгружает все некачественные показатели в виде жидкостного состава либо токсичной формы. Лихмитама Сантымаш-Карбада. Отличный напиток для того, чтобы чувствуете, например, дисбаланс в теле, бихмашкана, отечность с утра, либо отечность ног, бихинама сантымаш-карбада, либо отечность там, где лифты у вас закрываются, бихинама сантымаш-карбада для женских особей, конкретно говорю и проговариваю, бихинама сантымаш-карбада, то есть те места, которые очень слабо работают по лимфоотоку, бихинама сантымаш-карбада. Создается этот напиток очень легко, очень активно, и бихинама сантымаш-карбада именно в метаболизме, по клеточным состояниям, и бихинама сантымаш-карбада очень эффективен для женщин, особенно среднего возраста. Бихинама Сантымаш-Карбада, кому после 40, лихмитама Сантымаш-Карбада, потому что уже система не такая активная, не такая качественная, быстрая и глубинная. Бихинама Сантымаш-Карбада, потому что износ клеточной моли все равно в возрасте дает свои основы. И этим напитком можно активно содержать. Бихинама Сантымаш-Карбада содержать свои процессы, свои скорости. Бихинама Сантымаш-Карбада, скорость работы клетки, соответственно, разгружает тело очень хорошо. Да, здесь еще есть куркума, да, забыла сказать, и черный перец. Тут либо куркума, либо черный перец. Тут важность в том, чтобы если вы включаете черный перец, он работает на сосудосодержание еще. Если вы включаете куркума, он работает на кровоток и лимфосистему. Какая, смотря задача? Есть мнение, что черный перец помогает усиливать куркуму для, как бы... Зинтамашкада есть, но не при этом составе бихинама сантымаш-карбада. Почему? Потому что дихмитама сантымаш-карбада, когда клетка включается в интенсивную работу бихинама сантымаш-карбада, здесь каждый ДНК растения должен выполнять свой функционал. Бихинама сантымаш-карбада, если отдельно, будет очень емким и качественно работать. Если совместно, будет некое противостояние. Бихинама сантымаш-карбада именно в этом составе, поэтому лучше в содержании вести отдельно. Благодарю. У нас аудитория спрашивает, можно ли алоэ заменить гелем алоэ? В целом, да, бихинама сантымаш-карбада, но вы понимаете для себя, что если вы выводите качественное питье, все, что живое, это более качественное, более энергосодержащее. Бихинама сантымаш-карбада можете заменить гелем бихинама сантымаш-карбада. Сейчас очень много интенсивно будет на матричной работе появляться алоэ лихмитама сантымаш-карбада, потому что люди будут осознавать, люди будут рассчитывать. Это ДНК бихинама сантымаш-карбада достаточно мощно и сильно будет работать в пространстве. Гель допустимой формы бихинама сантымаш-карбада, но лучше свежевыжатое состояние сока любой. И бихинама сантымаш-карбада продукт живой, он дает более интенсивную, качественную, быструю и глубокую работу. Самые энергоемкие алоэ вера, потому что есть алоэ, какие-то тут писали, разные. Зинтамаш-карбада, алоэ вера, бихинама сантымаш-карбада. Именно ДНК алоэ вера – это самый максимально качественный допустимый код. Благодарю.
Следующий вот, у нас... Подожди секундочку, Анжелик, нужно ли кожицу снимать? Рихмиды масса это ваша курбоши жгоды машербата. Вы либо кашицу снимаете из внутреннего состава растений и, соответственно, индексируете в воду. Бихина масса это ваша работа, либо чистый сок. Рихмиды масса это ваша кожицу не нужно жевать, не нужно во внутренний состав применять. Миды масса карбата только сок использовать, либо бихмиды жгады, та мякоть, которая образуется внутри состава ДНК. Да, и тогда не будет горечи. На самом деле, очень вкусно получается. А вот здесь у нас... Вообще, в напитке бихинду курмоши жукоды, алоэ вера, бихинду курмоши жукоды создает некий вкусовой код, который также заставляет клетку интенсивно работать. Митамасентамашрабада. То есть, это состав системы ДНК, который помогает усилить метаболизм бихинмашрабада. Соответственно, любую клетку подключает функционал. Следующий у нас детокс напиток – это груша, лимон и петрушка. Здесь еще есть палочки корицы. Этот продукт активно поддерживает состояние работы печени. Печень дает возможность очищаться, создавать качественные протоки. Поэтому если у вас заторы, дисконезии, именно в желчно-водящих путях, данная система подойдет очень емко и очень качественно работает. Также данная система будет хорошо работать с морковным свежевыжатым соком. То есть, если вы, например, выпили данного напитка стакан бихинмашрабаты, еще свежевыжатый морковный сок, активировали буквально через 5-7 минут, это еще будет давать интенсивную работу. Рихмидомасантиминмашрабаты – хороший состав, мехинмасантимашкана состав для того, чтобы интенсивно бихинокурмашрабаты проработать органы в состоянии энергоактивной работы бихинмасантимашрабаты за счет того, что происходит очищение, то есть желчь активируется, печень интенсивно очищается, и, соответственно, через желчь выходы всех интоксикаций, которые содержит организм, через поточное состояние интенсивно выводится. Также этот напиток очень хорош, у кого, например, слабые места и кистообразная форма образуется, особенно для женщин. Например, мастопатии, например, узловой сегмент, миомы, очень интересный бихинокурмашрукоды код, который дает возможность максимально очистить структурную форму, то есть задать состояние движения, параметры, которые бихинокурмашрукодной функциональности усиливают работу, убирают токсичную форму именно в этих показателях. Лихмитомусантиминоужукорбусрукоды, поэтому печень, органы, дольки грудные бихинокурмашрукоды активно дают возможность максимально качественной реализации, и, соответственно, этот напиток можно в повседневной форме выделять. Особенно в этот период, он абсолютно не имеет границ в функциональной, фундаментальной работе. Вот сколько потребуется организму, столько его можно пить. Лихмитомасантимашработа. Лимфоток, кровоток тоже усиленно работает. Митомасантимашработа. Но самое возможное состояние – это очищение печени. За счет очищения печени, соответственно, очищаются другие функциональные органы, которые связаны с выработкой желчи. Подскажите, пожалуйста, корица что дает в этом состоянии? Это дает скорость для работы клетки, для того, чтобы индексировать состояние потока, в первую очередь желчи. Благодарю. Следующий у нас огурец, сельдерей, ревень и гвоздика. Огурец, сельдерей, ревень и гвоздика. Красивый, да. Какой, да? Гвоздика сушеная. Этот напиток очень хорошо подходит для того, чтобы, особенно в жаркий период, закисленная среда, рихмитомасантимашрабата выводить из организма. Бихимидежукод интенсивно работает на системах, на состоянии системы клеточной работы. Рихмитомасантимашрабат. Сюда можно еще добавить лайм, он будет более интенсивно выстраивать клеточные формы. Рихмитомасантимашрабат при жажде очень хорошо помогает митомасантиминомашработа, потому что, когда возникает жажда у человека, например, в жаркий период времени, рихмитомасантимашработа, токсичная форма в состоянии клетки внутреннего состава, работает более интенсивно. Поэтому бихимитомашкан содержит баланс для того, чтобы содержать организм более функциональный и, соответственно, задерживает все бихинокурмашработа процессы, которые связаны именно с токсичными формами. Рихмитомашкан как бы не дает бактерии развиваться. Рихинокурмасантиминомашработа освежает, дает бодрость, дает энергию.
масло, там ашарвата, тоже кургошурботы, дает качественные показатели метаболическим формам бихметожикан, то есть метаболизм более эффективно и структурно выстраивается в работе за счет индекса работ, кодов. Михина масоформация же кургошурбота. И вообще, в принципе, например, свежий огурец и вода очень хороши, бихимошурбота, либо если вы каждый ингредиент возьмете отдельно, бихимошурбота, он также будет нести показатель. Поэтому это полная цельная сборка дает интенсивную форму бихимошурбота, но также вы можете использовать абсолютно каждый ингредиент, и также функционально они будут активны для вас. Подскажите, что несет ревень? Линда имеет массовый тужукур больше года. Вообще ревень физически работает на содержание системы бихиномассовой хромата. Качество для того, чтобы вырабатывалась метужукур больше года, хромосомная история. Рихметомассовой хромата. То есть хромосомы вырабатываются более интенсивно, более качественно для того, чтобы бихиномассовой поддерживать индекс тела. Бихиномассовой хромата, индекс тела, масса тела, бихиномассовой хромата, индекс тела работы клетки, бихиномассовой хромата. И данный функционал ДНК создает заряд клеточному модулю. То есть создает ресурс для того, чтобы активировать эту работу. Лихметомассантомашербата. Что это придает? Митомашербата. Это в какой-то степени молодость, это в какой-то степени детокс дает митомассантомашербата и, соответственно, энергетическую структурную работу. Для детей с какого возраста можно? Вспомните, когда вы были детьми, бихиномашербата, вы обязательно пробовали это ДНК растение, бихиномашербата безосознанно, бихиномашербата. Активное содержание системы витамина С бихиномашербата создает максимально качественный ресурс. Это энергия. Бихиномашербата. Энергия для всего абсолютно в организме, в рабочем созидании. Поэтому просто даже пожевать ревень бихиномашербата, либо сочетание с водой, и детям, и бихиномашербата, и взрослым создает максимально качественное содержание витамина С и энергосодержание в работе тела. Благодарю. Следующий у нас напиток мед, имбирь, лимон и шпинат. Очень хороший напиток для поддерживания глюкозы в организме. Притом глюкоза в содержании этого напитка, она нормализует и балансирует систему в целом. Потому что все подобранные ингредиенты, которые есть в этом напитке, они создают физический баланс для того, чтобы механизм в целом организма справился бихиматмашкан со всеми задачами, то есть митомашработы, то есть глюкозсодержание, сахаросодержание, бихиматмашкоды, работа печени, работа состояния всех органов, которые относятся к тому, чтобы создавалась энергия в системе бихиматмашкоды. Это энергетически емкий напиток именно для этих форм. Рихметожикан, если, например, вы чувствуете усталость, митожирботы, сонливость, митомасантамашмабат, нехватку сил, бихинокурмошкоды, этот напиток бодрости, бихиматмашкан, бодрости, здоровья, бихинокурмошкоды, создает в клеточном ресурсе бихиномашербата аккумулирует энергосодержание, соответственно, клетку заставляет более интенсивно вывести на рабочее состояние бихмашкада и лимфоактив, и кровоотток, и клеточный модуль состояния системы органов бихиномасантамашербата. И за счет этой силы бихиномашкада состояние сознания становится более чисто. Бихиномасантамашербат. Поэтому, если у вас, например, четко понимаете, что туманное сознание вдруг созревает в течение дня бихиномасарбат по определенным составляющим, однозначно определенной составляющей, токсичная форма бихиномашкада, этот напиток ваш. Благодарю. И следующий у нас очень интересный напиток. Здесь фиолетовый, синий базилик, зеленый базилик и шиповник. Напиток ценен тем, что создает активную сонастройку для кровоснабжения. Бихиномассантимина, машижукурбошижукурбота. Поэтому если у кого, например, состояние слабости физической формы, либо энергосодержания бихиномассантимашкада, этот напиток создает максимально качественную реализацию именно через кровоток. Лихмидомассантимина, машижукурбота. У кого давление, у кого сосудами некачественной формы, бихимашкан, у кого спазматический синдром головных болей, бихиномассантимашкада, этот напиток активно содержит тот состав, который дает возможность крови выйти в фундамент. Митомашарбата. Фундамент – это когда содержание формул крови имеет определенные показатели. Бихмитомашарбата по содержанию системы в состоянии тромбозности. Бихинамашарбошкарбота в укреплении сосудов играет большую роль. Лихмитомасантиминамашарбошкарбота. Ну и отсюда, соответственно, интенсивно выстраивает кровоток и лимфоток. Михинамасантимашарбат. Поэтому если туда еще добавить, например, свекольный лист, михинамашарбат, это еще будет интенсивная форма. Если, например,
добавить еще абихиновый кумарин, гранатовый сок, это тоже будет интенсивно, еще более емкая работа. Но это фундамент, который вы можете абсолютно применять в ежедневной форме, арифметика жирбушкода, и усиливать свои процессы, если у вас слабое звено сосуды. Благодарю. Скажите, сколько можно употреблять детокс-напитков на суточную норму? Может быть... Литр, все, что было вам представлено, бихиновая шарбата, литр содержания бихиновой кумарин в суточную норму абсолютно подходит. Дмитрий Машкан, у вас, в принципе, и расчет такой, бихиновая кумарин шарбата 800 мл в литр, бихиновая кумарин на средний уровень весовой основы, бихиновая шарбата 65 кг, бихиновая кумарин абсолютно, если вы заполняете программную форму, дает возможность максимальной реализации какого-то сегмента. Бихиновая кумарин шарбата, но задачность таких детокс-напитков заключается в том, чтобы разгрузить тело, чтобы телу помочь, и, соответственно, клетке помочь организовать энергетическую физическую работу. Бихмидомашкад – это ваше здоровье, это ваша сила, это ваша энергия. Лихмидомасентумашижукор, ботамидомасентимидомашербатхарбата. Просто вода, бихидомасхарбатхарбата – это энергия. Бихидомашурбашхарбата. Соответственно, если вы пьете воды бихидомашурбашхарбата 40 мл, 35 мл на килограмм, вы можете из этого общего количества воды взять детокс-напиток литр бихидомашурбашхарбата, это будет отличным показателем. Рихмитом сантимином шурбошургоды. Поэтому, естественно, те функциональные коды, которые сейчас предложены, бихинма сантимашкада, они несут свои показатели. Пробуйте абсолютно все. Они фундаментально абсолютно укладываются. Естественно, организм разные, разные токсичные засорения, бихмашибот, разные функциональные, эмоциональные настройки. И здесь вы можете подобрать свой напиток дня, бихинма сантимашурбошургоды. Например, каждый день, используя какой-то напиток, бихимашибот, у вас организм тут же покажет, насколько структурно он работает. Мидомасантиминомашибата. И вы можете выбрать на определенный период на 7 дней свой напиток. Мехиномасантимашибата. Лето достаточно протяженное, продолжительное. Бихиномасантимашибата. Но данные функциональные формы предложенных вариантов, они вам помогут просто интенсивно проработать. Не собирать гихмашканокисты среды, интенсивно бихиномашибата разгружать систему и, соответственно, качественно выводить организм в работу. Можно еще узнать вопрос? Суточная норма, сколько он будет годен? 5 часов, 6 часов? Если вы закладываете интенсивное питание, во-первых, митмашрбата, питье должно быть всегда свежим. Бихинамасантамашрбата. То есть очень важно, чтобы не закислялась вода за счет ДНК. Лихмитамасантамашрбата. Поэтому если вы с утра отлатали себе какую-то программу, бихинамасантамашрбата, в течение 6 часов вы можете смело индексировать форму работы в прохладном месте, держа рихмитомасантамишекурбота. Я вообще вам рекомендую в прохладном месте держать такие формы напитков михинамасантамишкан. Почему? Потому что при определенном составе температуры содержание в прохладе бихинамасантамишекурбота интенсивно коды содержит в более качественной форме. Бихинамасантамишекурбота. Поэтому прохладный холодильник, либо бихинамасантамишекурбота, либо прохладный воздух бихинамасантамишекурбота, он не то чтобы усилить показатели, он содержание больше сохранит. Благодарю вас, Ириночка, с фамилией. Анжелика, я тоже тебя благодарю за такие представленные прекрасные составы. Всем желаю, чтобы каждый состав был в вашем физическом проявлении. Соответственно, ждем от вас обратную связь, каким образом вам наши напитки, и ждем ваших видеоматериалов. Нам просто интересно, как вы живете. У нас, да, есть победительница. Я уже сегодня объявила, у нас Александра Кибанова выиграла чакральную практику, которая состоится у нас в июне, потому что она была очень активна и выкладывала практически каждый день ресурсные рецепты. Вот, очень приятно наблюдать, как вы действительно работаете над собой, поэтому те напитки, которые сегодня предложены, обязательно, может быть, проведите челлендж, я просто что рекомендую, потому как это действительно помогает. Кто-то вас увидит, и кто-то подключится к информации, соответственно, будет работать над собой. И делитесь, пожалуйста, своими знаниями и проявлениями, и самое главное, чтобы мы были все здоровы и в качественном ресурсном энергополе работали в этой жизненной способности, проявляли себя. Спасибо за представленные рецепты. Всем желаю, чтобы вы обязательно что-то попробовали, дали обратную связь и, конечно же, всем здоровья. Рибаса субботы. Рибаса или чия.